Женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы возник в Брестской крепости в 2001-2002 годах и расположен рядом с мемориалом. Поэтому работа в этом месте в рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» не только возможность ближе познакомиться с историей мемориального комплекса, но и с уникальной судьбой монастыря. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи. Проходит она для воспитания и развития духовно-нравственных ценностей молодого поколения, а также вовлечения молодежи в активную рабочую деятельность. В принципе, мы сюда приехали для того, чтобы помогать восстанавливать наши святыни. Мы всегда рады помочь, мы всегда готовы ходить и помогать. Погода и рабочая атмосфера благоволила, поэтому на территории монастыря студенты подметали, равняли газон, убирали прошлогоднюю листву. Ребята признаются, что желание помогать и стать волонтером началось с малого, с желания облагородить родное сердце уголок и внести свою лепту в большое нужное дело. Мы приехали сюда как благотворительный фонд, чтобы помочь убрать территорию на монастыре и поддерживать чистоту и порядок на самой территории и помогать. Я считаю, что такие акции, они безусловно важны, так как это и сплочает коллектив, и направляет силы на что-то прекрасное. Также, если брать конкретно нашу акцию восстановления святынь, это хорошая возможность больше углубиться в веру, познакомиться с устройством церкви, монастырей и помочь тем людям, которые здесь трудятся на благо Бога. Благотворительный проект восстановления святынь Беларуси реализуется уже более 10 лет. С 2016 года он стал межконфессиональным. На протяжении этих лет проходили акции по благоустройству не только храмов, но и памятных мест, важных объектов времен Великой Отечественной войны. Василий Навуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.